Я всех приветствую своих подписчиков и гостей моего канала. Девочки, грядет, подходит уже близко наш светлый праздник Пасхи. И у нас все его празднуют, и верующие, и неверующие. Печем, стряпаем, все радостные, все довольные. Весна тем более. Давайте будем сегодня Пасху я буду делать. И что нужно для нее? Молоко, сахар, масло, яйца, сметана, дрожжи, цукаты, изюм, мука. Но будем делать все постепенно. Молочко я подогрела. У меня здесь 250 грамм и 11 грамм дрожжей. Я сюда все высыпаю. Из этого количества сахара я 2 чайные ложки добавляю сюда в дрожжи. И пусть они расходятся. Мы видим, что наши дрожжи работают, они подходят. Пока их ставим в сторону, и пусть они дальше подходят. Я разбила яйца. Нам нужно 7 яиц по рецепту. Но я взяла 8, так как они у меня мелкие. 8 только здесь желток. А белочек, я его потом буду взбивать для обмазки нашей выпечки. И все я буду сразу закладывать в большой тазик, чтобы у нас было место, где подходить. Эти яйца выливаем. Так как по рецепту у нас есть 1/2 чайной ложки соли, я их сразу в яйца высыплю соль. И яйца будет лучше с солью взбиваться. И постепенно добавляем сахар. Яйца с сахаром я взбила. Получилась вот такая пушистая, хорошая у нас масса. Мы отправляем сюда все наши ингредиенты. Сметана. Весь рецепт, все будет в описании под видео. Все количество, сколько чего нужно. Грамм здесь сметаны мы отправляем сюда, 200 грамм сливочного масла я его растопила, выливаем сюда, все хорошо перемешиваем. Добавляем сюда ванильный сахар по вкусу. Сколько у нас все подогрето, все тепленькое. Яйца были на столе стояли, поэтому сметана подогрета, чтобы у нас все бродило хорошо. Все мы сюда отправили. Сейчас будем замешивать наше тесто. Хорошо перемешаем. Тесто у нас получилось вот такое. Оно липучее. Но мы его сейчас растительным маслом немножечко, чтобы оно подходило, от стенок отходило, смажем тазик. Оно очень вкусное. Я его попробовала. В меру сладкое, ароматное, вкусное тесто. Цукаты и изюм у меня подготовленные, просушенные, промытые, прочищенные лежат. И будем после первого подъема будем добавлять в тесто уже после первого подъема. Когда подойдет тесто, будем добавлять сюда наши цукаты и изюм. Так, а сейчас мы ставим в духовочку. Она у меня предварительно разогревалась до 50 градусов. Ну вот сейчас я туда все это отправлю. Тесто простояло в теплом месте 1,5 часа. И теперь мы его подмешаем. Оно поднялось. Вот такое сделалось. На стол наливаем растительного масла. Руки смазываем в растительном масле. Выкладываем наше тесто. И мы его порастягиваем.
Оно работает, оно очень хорошее. Конвертиком поскладываем, растянули, еще его растягиваем, еще конвертиком складываем. Цукаты. Крупные не кладем. Достаточно. И сейчас мы опять складываем конвертиком. И ставим на расстойку. Теплую духовочку, все будет подходить. Накрываем. Тесто у нас отстояло 2 раза по 1,5 часа. Полтора часа стояло, пока я не положила туда изюм и цукаты. И 1,5 часа, посмотрите, как оно поднялось. Какое тесто шикарное. Вот он, все здесь. Вот такая будет. Вот здесь такая будет. А это маленькая будет. Такие маленькие. Да. Делим тесто. Тесто я разделила. Сейчас вам скажу, сколько у меня 2 формы. И тесто сюда по 500 грамм. Я покладу. Я уже все это взвешила, разделила. Вот в такие формочки я покладу, уже разделила 280 грамм 3 формы. И вот такие маленькие формочки по 135 грамм. Ну, начнем разделывать. Посмотрите, какая красота. Тесто уже прямо аж вот воздушными. Воздушными, воздушными, воздушными. Ну, вот растянули, чтобы интересно было. Сюда положили, сюда. Потом вот так закрутили и формочку. И пусть оно подходит. Эти поменьше формы. Тоже так же вот растянули, сложили. Вот так прокатали. А потом вот так взяли и разрезали вот посередочке. Чтобы они интересно как-то лежали у нас. И начинаем их скручивать. Вот. И скручиваем вот так, чтобы вверх спиралька шла. Вот. Вот так вот, вот, чтобы она была. И она сама там ляжет. Формочку положили. Она сама распрямится, как ей там надо. Вот. Такая же. Можем просто вот так. Вот. И положить просто формочку. Вот. Это поменьше. Еще вот одна такая большая. Так, так. Вот закатали, закатали. Испеклись у меня маленькие булочки, которые легенькие, воздушные. Сейчас я буду взбивать белок для обмазки. А большие булочки еще на расстойке. У меня яйца мелкие, поэтому я 2 белка и сахарная пудра. Сахарная пудра. Ну, как раз 50 грамм. Я взбила белок. Вот он, пожалуйста. Такой густой, густой. Теперь берем наши кексики, пасочки. Обмазываем.
Красота какая. Смотрите, какая красота будет. Есть еще другая, вот такая, звездочки. Вот украшаем все, вот такие будут у нас кексики. Ну вот, перепеклись наши все булки. И как раз у меня белка 2, я маленьких взбивала, хватило все обмазать, обсыпать. Ну и на одну я еще шоколадом сделала. Такая булочка. Все такие легкие, воздушные, пропеченные. Вот эти у меня выпекались 25 минут, совсем мало. А вот эти большие 45 минут. Получается очень много. И если вы один замес сделаете, вам на Пасху это за глаза. Вот такая. У меня еще есть там другой рецепт. Я еще вам сниму его, покажу, какой есть. Вот, исключительные булочки. Ну, девочки, я с вами буду прощаться. И мальчики, заходите ко мне на канал. Не оставляйте меня. Помогайте моему каналу двигаться вперед. Я вам всем благодарна. А сейчас пока-пока. Отсняла, показала. Но не разломила же, не показала, какие они внутри. Давайте я вам разломлю булочку. Покажу, что там внутри. Давайте я ее разломлю и покажу, что у нас внутри. Посмотрите, какое тесто замечательное. Какое оно волокнистое. Красивая, сдобная, желтая. Посмотрите, как все подошло. Шикарные булки, шикарные. Тесто на вкус вкусное. Но я хочу сразу сказать, что здесь соли нужно не пол чайной ложки ложить, а чайную. Вот тогда будет все в норме. А так все идеально. Тесто шикарное. Ну, на данный момент теперь уже все. Пока-пока всем!